и правонарушений. Местных жителей информируют о правилах охоты. Кроме того, осуществляется контроль и учет численности обитающих в крае животных. В России более 3000 пассажиров наказаны за распитие алкоголя в самолетах и аэропортах. 35 человек оштрафовали за мелкое хулиганство. Эти данные сообщил замначальник отдела Главного управления на транспорте МВД России Юрий Груздев. Напомню, что после нескольких подобных происшествий в начале года прозвучало предложение наделить авиаперевозчиков правами принимать граждан на время полета алкоголь в сетевых магазинах. Чё, блядь, не русская, ебаная, нахуй! МВД уже направила в Минтранс. Дядя, машина стояла у тебя. Пиздюк ебаный нахуй, еще будет пиздец мне нахуй. В Россию приехал, еще про бабушка тянет. Нахуй иди, гондон ебаный, блядь. Чудище ебучее, блядь. Не Руси ебаная, блядь. Баляна сидят нахуй, поворотник у него не работает, блядь. Руку вытащи, блядь, поворотник не работает. Жди, когда пропустят нахуй. Че выебывает-то, блядь.